такой мешочек открываем. Одна из самых теплых курток в моем снаряжении – Kelvin Down Hoodie. Это теплая куртка, она новая, высокотехнологичная, имеет 70% внутри уха и 30% утеплителя прямого. По объему видно, да, что куртка серьезная, соответственно, теплая. При этом она очень легкая, компактная, сжимается в небольшой компрессионный мешочек, который есть и идет в комплекте. Выглядит он вот так. То есть куртка, она решает задачи по сохранению вашего тепла. При этом она используется так же, как самостоятельная куртка, потому что имеет свойство виндстоппер, то есть не пропускает ветер. Также вы ее можете подливать под какие-то мембранные ламинированные куртки для того, чтобы сохраниться от осадков. Также можете использовать как спальник, потому что часто я на засидках либо в каких-то избушках, ночевках, где приходится ночевать, нет достаточных условий, я ее одеваю и сплю, как в спальном мешке. На куртке есть капюшон. Капюшон новый, очень удобный. Имеет вот такую функцию регулирования, что делает его плотно прилегающим к голове, соответственно, хороший обзор и не продувает. Здесь вы застегиваетесь, и также есть козырек, который защищать будет вас немножко от солнца и от осадков, от того же ветра. Очень удобно. Куртка может также использоваться со штанами этой же серии, что сделает и защитит ваш организм очень эффективно от какого-то переохлаждения. Еще одна важная и приятная деталь в этой куртке – это вот такие карманы, которые имеют сетчатую основу снутри. Они очень легкие. Это специальные карманы для сушки перчаток, шапок. Можно термобелье сюда положить. Они достаточно большие, находятся в такой теплой зоне вашего тела. Что-то подмокло, сюда положили, ходите либо сидите, у вас это сохнет. Потому что куртка имеет свойство паропроницаемости, соответственно, влага отсюда будет уходить. То есть то тепло, которое у вас есть, скажем так, излишнее, вы используете для обогрева и для сушки тех или иных вещей. В общем-то, очень удобно. Карманы располагаются в правильном месте, что не стесняет ваших движений, вот, и при этом делает и решает вот такие дополнительные задачи.